Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот орешки со вкусом сыра. Покупала я их в Фикспрайсе за 25 рублей. Здесь 60 грамм, жалко, конечно, что не 100 грамм, хотелось бы, конечно, 100. Состав фотографии его будет в конце ролика. Здесь у нас 3Е добавки, ну, состав как бы, да, большой. Хотя, в принципе, по сути, здесь еще только оболочка на орехи, который там, он там макался, и все. Ну, тем не менее, такой состав у нас. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас там внутри. Вот такая тарелочка есть. Пустой, она со вкусом сыра, довольно толстый, кстати. Здесь я вижу дырочку где-то, а вот здесь вот дырочка есть, и там через дырочку видно, что прослойка между орехом вот и самой оболочкой, она довольно толстенькая. Так, и первое, что я хочу сделать, я хочу их пересчитать. Как всегда, кто смотрит меня уже давно, не знаю то, что я люблю все считать. Вот, потом я, наверное, подумал, что, наверное, я посчитаю их, сколько будет цена за килограмм. И, ну, если у меня получится, может, бывает, у меня не получается. И в описании или в комментарии внизу подпишу. Давайте их посчитаем. Раз, так, два. Так, давайте сюда будем складывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 63 штучки. Но там одна была что-то непонятное, может быть, даже 62. Вот так. Тут пусто. Так, здесь сейчас я ее покажу. Где-то, а вот она. Тут что-то непонятное, поэтому, наверное, 62 штучки. Довольно много, также ее можно купить, допустим, на какую-то компанию, там с 30, хотя с 30 человек по 2 штучки, но нет, конечно. Это прям такой большой орешек, давайте его попробуем. Они хрустящие, хотела вам половинку сделать, а у меня орех убежал. Она довольно толстая, прям миллиметр точно есть. Не знаю, полтора или, ну, полтора миллиметра, может быть. Прям такая явно прям хрустящая, прям сильно хрустящая. Я не ожидала даже, если честно. Вкусно. Чувствуется прям вкус сыра. Такой явный прям сыр. Наверное, вместе с добавлением такой химии. Такой вкус, как кубики Ролтон для супа. Прям его такой явный вкус. Ну, орешек, естественно. Вкусно.
Вот хрустящий мне понравился. Потому что до этого я пробовала в электричке, покупала в последний раз. Года 4-5, наверное, назад. Там подороже были, их гораздо меньше где-то, их прям вот так, наверное, было. Половина, может быть, ну, может быть, так же. Нет, поменьше. И они были довольно жесткие. И вот этот вот слой сам, было очень мало его. Здесь прям много налеплено, я даже удивлена. Давайте ее с упаковкой сравним. На упаковке даже видно, что слой гораздо тоньше нарисован, нежели здесь он гораздо толще. На вид здесь они, нет, они не похожи, здесь они красивее гораздо. Здесь они желтоватые. Вот они. Гораздо желтее. Но слой потолще, это все исправляет. Это все меняет. И хочется есть снова и снова. Они все хрустящие. Когда вот ешь, сначала чувствуешь вкус сыра. Такой прям ароматный, пикантный. А потом уже орех, а потом уже кубики Магги. Ну, Магги, как там, куриные кубики. Магги, по-моему, они называются. Я не покупаю, не знаю, для супа. Потом уже во рту они уже ощущаются. Вот. Такие вот у нас были орешки. Так, вы мне также напишите в комментариях, понравились они вам, может, у вас какие-то другие достались, может, мне достались такие красивые, потому что я знаю, что бывают смены разные, и одна смена может сделать вот так вот классно, круто, красиво все, а другая смена тоненько делать, также везде, вот на всех заводах, с хлебом, например, также, с краской также. Было краску, я помню, на даче покупала голубую краску. Там написано первая смена и вторая. Первая смена ярко-голубая краска, а вторая тусклая краска. Там еле-еле голубая. Вот. И поэтому тоже бывает смена. Конечно, может быть, там где-то написано на кончиках. Хотя вот буква У какая-то. Может быть, кстати, какой-то это артикул смены. Напишите, что в комментариях, что у вас там стояло, может быть, что-то другое. Вот, чтобы тоже сравнить, чтобы люди будут смотреть, знали, какой лучше брать. Вот, также напишите в комментариях, может быть, вы их добавляете в салат какой-то или куда-то, просто едите. И следующий обзор у нас будет на вот такие вот. Орешки то же самое, только сметаны и зеленью. Зелень и сметана. Вот, смотрите также его на моем канале. Сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Я их очень люблю читать, очень приятно читать от вас. Смотрите мои другие обзоры, продукты также из фикпрайса, из обычных магазинов, из светофора. И также самое главное, сейчас влоги пошли у меня, как мы живем моей семьей, мой сынок, муж, чем мы занимаемся в городе, не в деревне. И всем пока-пока.